Ребят, всем здорово. Приехал сегодня на ночь в центр города. Попробуем половить леща. Разговаривал с теми, кто уже ездил сюда. Неплохо отлавливались. Вот, проскакивают уже лещи. Я решил тоже подъехать, посмотреть. Уже 10 часов вечера. Приехал, конечно, поздновато, но так получилось. Все уже собрал, все подготовил. Фидерок стоит, свет настроил. Так что будем сейчас замешиваться. Взял много животины, лимана, опарика тоже есть много. Так что будем подрезать. Сначала положу чистый корм. Через полчасика начну подрезать и давать уже пробками нарезанную животину. Так, ну все. Сейчас тогда привязываю маркерный груз, еще раз промерюсь. Хотя в этом году уже ловил здесь. Безрезультатно, конечно. Но я надеюсь, что сегодня повезет нам рыбку поставить. Все, маркерюсь. Я найду ракушечку. Но на самой ракушке не буду становиться. Отступлю немножко на мягкое, на ил. Все, так что ставлю маркер, промеряюсь, закармливаюсь и начинаем ловить. Ребят, первый попался окушок. Небольшой был загибчик. Поставил, сколько там, 5 матерей без опарыша. Так, давайте его освободим, сразу отпустим. В общем, что я уже сделал? Я дал 5 кормушечек больших. Так, опускаем. 5 кормушечек больших чистого корма. Вот, дал немножко точки отдохнуть. После этого через полчаса завязался. Начал ловить. И в каждую кормушечку подрезал лиманника с опарышем. Начал давать животины побольше. Вот, первая поклевочка. Продолжаем. Поклевочка была хорошая, хоть и окушок небольшой. Но все-таки это не наша сегодняшняя целевая рыба. Ждем подлещика леща. Хотя здесь бывают, также проскакивают хорошие плотвички. Вот, не редкость. 400 грамм плотва, поэтому все в наших руках. Значит, поводок я поставил примерно 70 сантиметров, может чуть больше. Кормушечка 45, также вот начинал с 35, но 35 подтягивал, решил поставить все-таки 45, она устойчивее стоит. Что, давайте, наверное, продолжим с мотылем. Вот такой вот небольшой пучок мотыля. Так, в каждую кормушечку немного животины. И по бокам закрываю кормом. Так, по дистанции я все-таки стал чуть повыше, чем в прошлый раз. Значит, стал на 40-45 метров ровно. Посчитал 45 метров. Глубина там примерно 2 метра, я думаю, есть там. Пока опарыша не буду одевать, посмотрим, может откликнется подлещик на чистого мотыля. Продолжаем. Давайте, ребят, еще, наверное, подрежем мотылика лимана, чтобы запах давал, муть на точке лишней не будет точно. Лиманник меленький-меленький вообще. Так, где-то моя... О, вот здесь буду нарезать. Так. Оп.
хватит. Был один тычок сейчас, ну такой, тук, и все, и стоит. Я решил все-таки, пускай, может быть, будет продолжение. Подождем немного. Так, надо подрезать мотылика. Не совсем уже в такую кашу, но так, чтобы сок пустил немного. Так вот, у меня дистанция получилась 45 метров. Я там нащупал переход с ракушки на, не на мягкое, причем, а на такое твердое. Вот, нашел там такой пятак. Потом опять начинает стучать поближе. И уже переход на мягкое идет. Я решил немножко подальше остановиться. Потому что в прошлый раз стоял на более глубоком участке. Поглубже стоял. Ну, в общем, такое получилось у меня. Так, где-нибудь тут в сторонке положим. Все, в каждую кормушечку буду давать. В общем, по глубине 2 метра примерно у меня получилось. Поставил поводок 70, у меня крючок 14, пеннихук. Кормушечка 45. Ну, 45 стоит уверенно, 35 подтягиваю. Так, что надо? Небольшой темп все-таки держать. На этой дистанции сегодня травы вообще не было. А на ближней точке, вот, на которой ловил в прошлый раз, травы было много. Постоянно доставал то листы там забитые, то... Так, ну мотылек нормальный. Ладно, попробуем подсадить все-таки опарика. Одного опарыша. Вот так. Все. Даем мотылика нарезанного в каждую кормушку. Так, тоже перекормить нельзя, поэтому час так, час покидаю с животиной, потом чистый корм покидаю. Посмотрим. Дистанция комфортная, поставил сегодня тоже катушечку 520 от Престона. Палочка у меня сегодня тоже опять Icon, как и на ТЭЦ ловил пару дней назад. В принципе, до такой дистанции комфортно, комфортно. Ну, Icon, в принципе, до 60 нормально. 60 плюс я уже ставлю Альвегу, Тим Альвега. Она идет пожестче, по дубине. По дубинисте, но зато можно брать дальний рубеж. Все, ребят, ждем поклевочку. Я посмотрю, пока не буду диповать, попробуем пока без дипов, поиграюсь там с количеством мотыля, с опарышем, без опарыша. Попробую вообще один мотыль тоже поставить, попробую один заброс. Потом, может быть, попробуем подиповать чуть-чуть. Слайденьким чем-нибудь пшикнем. В общем, будем пробовать. Опа, 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 опа. Ребят, лещик. Лещик, лещик, лещик. Лещик. Без поклевки. Тяжелый. Или это плотва большая, но тяжелое что-то. Ребят, поводок 0,1. Не, наверное, лещ. Да, такой подкилошник. Сейчас вам его покажу. Эх, эх, эх.
есть дома. Ух ты, нифига себе! Вот это плотва! Ребята, я такое в жизни не ловил, честно вам скажу. Смотрите, какая плотвень тут, ну не знаю, 450, наверное, а то есть 500, смотрите, какая здоровая. Одуреть, одуреть, 5 мотыриков, опарыш. Нормалек, нормалек, шла прям как лещара. Слушайте, ну это, я не знаю, у меня весов нету, блин, ну это грамм 450, а то 500. Одуреть, одуреть. Одуреть. Так, отпустить лесочки. Опа. Так, фрикцион, ой, фрикцион. Так, экстрактор. Был один тюк. Я решил перезабросить. Поднимаю, а там просто трындец. Опа, смотрите, какая плотвень. Офигеть просто, просто офигеть. Так, что надо отпускать? Все, пошла. Есть, ребята! Все, пошла, пошла вон. Ну такая, да. 450-500. Нормалек, плотвичка. Так, ну что, продолжаем. Одеваем также 5 мотыриков опарыш. Диповать пока не буду. Слушайте, ну это уже радует. Хороший закорм животным компонентом. Сделали свое дело. Я был уверен, что это лещ, потому что, блин, ну такая тяжелая была. С непривычки, наверное, еще. Я лещика последний раз держал в ноябре. Вот мы ездили на водохранилище, на Серегорское. Это 150 километров от Минска. Там неплохо половили леща. Так. Ну что, все-таки рыбку хорошую словили, но это все равно не та рыба. Нам же нужен лещ, правильно? Так, 4, ну вот 5 мотыликов и опарика обязательно. Так мягко клевало, слушайте. Я просто решил даже проверить. Были такие маленькие, тук-тук-тук-тук-тук, чуть-чуть совсем. А рыба какая здоровая. Плотвень нормальная. Так, ну все, забрасываемся. Сейчас корма чуть-чуть. Животный компонент обязательно. Резанный мотылек с опарышем. Так. Плотва просто одуреть. Слушайте, я на такую плотву, ну на фидер точно, наверное, не ловил. Чуть не помню. У меня были такие там 300-350. Ну такая, чтоб прям под 500, под полкилограмма. Я такого не ловил. Так. Ну что, на точечку? Полетело. Полетело на точечку. Ровненько. Так, все. Ждем следующую большую рыбу. Ребят, кто-то есть здоровый. Кто-то есть. Так, что
что-то непонятно. О, вышел. Лесочка 01. Кто там, интересно, давит лещара, наверное. Так, фрикцион. Ребят, обязательно фрикцион. О, лещара. А вот и лещара. Долгожданный. Хорошая подача была. Лесочка 01. Есть. В домике. Лещара. Целевая рыба. Юперный театр. Есть. Хорош. Хорош, ребята. Хорош. Смотрите, какой. Сейчас вам все покажу. Вот такой красавец. Смотрите, какой. Ух! Класс! Вот это да! Вот это мы дождались. Отлично. За краешек. Отлично. Ну такой. Подкилошник. Отлично. Огромная плотва. Лещ. Супер. Рыбка на точку стала. Ребят, на дворе еще зима, а я ловлю уже леща. Офигеть. Так, краешек губы. Краешек. Но сидит надежно. Так. Боже, какой кайф. Когда все сработало. Точечка сработала. Дистанция. Закорм. Все, отцепил. Смотрите, какой красавец. А? Супер. Ну что, отпускаем. Все-таки город. Все, пошел. Класс. Есть, ребята. Мы все-таки взяли его. Так. Все, перезабрасываю. Ждем следующую поклевочку. Попробую заснять. Ребят, кто-то сидит. Без поклевки. Кто-то там сидит такой. Ну, идет легче, чем тут лечь. Поэтому я не знаю, кто там. А, плотвей, наверное, большая. Так. На фидере не будем поднимать. Посмотрим, кто там. Кто там такой у нас клюнул? Ну как клюнул? Без поклевки. Да, плотвень здоровенная. Еще одна. Ну это поменьше. Грамм 300, наверное. О! О! О, какая! Смотрите. Нормалек, да? Латвичка в минус один в феврале. Класс. Да, засела она тут без шансов, конечно. Так. Освобождаем.
блин, хорошо засело. С травой какой-то. Еще и траву тут ела, получается. Опа. Смотрите, какая плотвина. Нормалечек вообще, да? Хорошо, отпускаем. Такая, грамм 300. Без поклевки. Та плотва заела хорошо, это за краешек. Ночью плотва. В феврале, блин, минус один. Ночью, это ж вообще. Вот что значит точечку хорошо закормил. Ой, класс. Хотел поклевку заснять, поклевки не было. Решил перезабросить. Постояло буквально минут 10. Поднимаю и начинается. Бах, 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 бах. Так, ну что. То же самое насаживаем. 5 мотыликов опарыш. Дипы не нужны вообще. Видно, что рыбка стоит. Рыбка подошла к нам. Так. Получается, у нас уже при лове один лещик на кило, потом плотва одна где-то под 500 грамм, вторая грамм 300. Это поменьше было. Ну, может, 350. Надо весы будет взять с собой возить. То так на скидку говорю. Не, ну там было понятно, видно, что рыба крупная. Плотвичка хорошая. Но чтобы в феврале наклевала. На фидер в феврале такая здоровая. Это, конечно, что-то. Причем я, ребят, чтобы вы понимали, я сижу в центре города. В центре. Ездил, вот у меня предыдущие рыбалки были на ТЭЦ. Ну, тоже, в принципе, недалеко от города. 25 километров. Там карасики были. Ну вот на крайней рыбалке там попался карасик хороший. Один это грамм 300. А так, карасики такие. 100, 150, ну, 200 попадались. А тут лещики, плотва здоровенная. Класс. Так, забиваем корм. Обязательно. Не буду пока прекращать давать корм с животным компонентом. Решил, что еще немножко покидаю. Ну, буквально, может, часик какой. Ой, так, что-то у меня там... Перехлестнулось. Опасно. Надо проверять время. Так, что-то сейчас распутаем. Так, что-то не понимаю. Ага, все есть. Отправляем. Ой, что-то я вообще не туда кинул. Вообще не туда, ребята. Освещение повыключалось, на которое кидал. Так. Так, 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 так. Сейчас прикидаемся. Немножко резаного мотылика. Кормушечку. Так. Мотылик на крючке нормальный. Все. Понеслась. Надо пробовать инлайн. Никак до него не доберусь.
Опа. Все. Ждем следующую поклевочку. Ребят, поклевочка сейчас была. Не знаю, будет там видно, не будет. Но кто-то там клюет. Ага, ага. Есть, ребят. Кого-то всёк. Кто-то небольшой. Наверное, может опять сплотва. Так, сейчас я камеру поправлю. Оп. Хорошая поклевка была. Во, плотва, наверное, крупная опять. Нормалек, нормалек сегодня. Точечка сработала. О, опять батон. Опа! Плотвичка такая, грамм 200. На 0,1 поводке поднимать. Смотрите, какой батон. Нормально. Нормально. Собралась рыбка. Ну, пока плотва. Ну, один лещик был. Скорее, проходной, наверное. Так. Ну что, перезабрасываемся. Это уже пятая рыба, наверное. Значит, надо к нам в группу активный участник. Так, ребята, еще одна рыбешечка. Ну, судя по тому, как идет, скорее всего, плотва опять крупная. Он даже не срабатывает. Да, наверное. Хотя, блин, нет, что-то. Подсяк есть? Есть, вон лежит где-то. Кто там вообще, непонятно, кто там идет. А, плотва, плота, наверное, крупная. Да, плотва. Хорошая. Опа! Есть плотвичечка. Очередная, это уже четвертая, по-моему. Да? Да. Лично мелика. Лично более на мелике сидит. Ну, там 2 метра точно есть. Не, 2. Один там лещик залетел. Там 2,3. Да. Это не особо, но... О, я отцепилась. Да? Ну. Еле-еле сидела. Вот такая плотвичка. Ну, сколько тут? Грамм 300 есть, наверное? Весов нет. Ну, не. 300, да. Да, 300 есть. А тут вот... Хорошая плотвичка. Более на глубине 500. Отпускаем. Пятая, да. Ну лещик такой был, за кило, чуть-чуть за кило, наверное. А прикорм какая была? Обычная РС-ка, спорт. Бля, слушай, вот я про эту РС-ку хотя и... Ребят, лещ, наверное, сел хороший. Тяжелый капец. У меня было до этого 3 холостые поклевки. Хотел сказать, сработки, еще не отошел от зимней рыбалки. Ребят, ну тянул какую-то машину здоровую. Ай, палочка отрабатывает. Да, какой-то там кракен нормальный такой. Я думаю, двушка там должна быть. В общем... Не, кто там вообще? Во-во-во-во-во-во-во-во, подожди, куда ты? Так. Есть. Дома. Дома, ребят. Знаете, что я вам хочу сказать? Плотвень, блин, грамм 700, наверное. Смотрите, какой батон, блин, здоровый. Тяжелый, трындец просто. За краешек.
очень тяжелые. Вот это плотва. Вот это плотвичка. Очень тяжело шла, я думал лечь будет. Вот такая плотвень. Нормалек, да? Нормалек. Нормалек. О, какая широкая. Вот это плотвичка. Продолжаем. Так. Нужно словить хорошего леща. То плотва плотвой. Будем ждать леща. Ребят, уже не снимал вываживание. Плотвичка такая залетела, грамм 200. Оп, спускаем. Хороший был загиб, вот предыдущий заброс. Не засекся. Скорее всего, был лещ, потому что раскачивание было медленное. Такое амплитудное раскачивание. Но, к сожалению, не взял. Все как обычно. 5 мотылей. Один опарыш. Я уже сбился со счета, сколько там уже этой плотвы было. Самое крупное где-то грамм 700. В общем, я очень сильно удивлен. То, что ночью, в феврале, холодрыга на улице. Сейчас уже минус точно. Где-то минус один примерно. И клюет ночью плотва огромная. Блин, ну это ж вообще. Днем, летом не дождешься такой плотвы. Точечка закормлена хорошо. Я сел подальше от людей, от всех. Там вот справа сидят тоже. Там целая компания. Я решил сесть один в тишине. Подходит ко мне потихоньку. Так, интересуются. Ну, у них вроде как трошки похуже, чем у меня. Хотя, может, там... Ну, я не видел, что они там доставали что-то нормальное. Может, плотвичка тоже проскакивает. Попробую чуть побольше мотыля здесь. И опарыш. Чуть побольше. Крючок острый. Хорошо. Пока не буду давать животины больше. Ну, сделаю перерыв на полчасика, потому что плотвы очень много подлетело. Понятно, что плотва хорошая. Но хотелось бы словить хорошего леща. Один попался такой килошник. Скорее залетный. Точечку. Надеюсь, что что-нибудь проскочит еще. Лещик какой-нибудь на двушечку. Посидим, подождем. Ребят, залетел вот такой подлещик. Я уже мелочевку, когда стою, не снимаю. В общем, у меня уже в прилове 8 плотвиц. Вот такой подлещик. 8 плотвиц. Одна плотва где-то грамм 500 была. Вторая, самая большая, где-то грамм 700. Лещик был около килограмма. Подлещик такой вот попался. Окунь был еще. Так что сегодня клюет. Рыбку поставили нормально. Тоже один раз тюкнуло, тюкнул подлещик, и все, я хотел уже перезабраться, поднимаю, сидит.
поигрался немножко с поводками, с длиной. На длинный поводок поклевки не видел, хотя рыбу доставал. На более короткий хотя бы какая-то индикация есть, по крайней мере. Все так же 5 мотыликов и один опарыш. Подлещик — это хорошо, может еще где-то там лещ крутится. Хочется лещика словить. Ребят, еще такой подлещик попался. Чистый мотыль. Решил убрать опарыша. На опарыша сразу плотва подлетает. Ну, понятно, что плотва хорошая. Единственное, что хочется споймать, конечно, леща. Поэтому подлещик попался. Поэтому сейчас будем пробовать на чистого мотылика. Рыба на точке стоит, стоит в количестве. Единственное, что поклевки нормальные редко. Уже который раз достаю, рыба сидит. Так, попробуем 7 мотыликов. Ребята, попался еще один подлещик. Скоро буду собираться, потому что уже замерз, трындец просто. Холодно. Еще как-никак зима. Чистый мотылик. Уже были мысли пойти в машине чуть погреться. Еще вроде как время есть. Но замерз конкретно, конечно. Хотя вроде тепло одет. Ладно, часик еще посидим. Наверное, лещик, скорее всего, сел. Тяжеловато идет. Или кто там? О, просто подлещ такой. Ну что, на 0,1. Блин, на 0,1 такого поднимать. 4 мотылика. Четыре мотылика сработало. Шел как маленький лещ. Так. Освобождаем. Мотырика уже крупную приманку, крупную наживку не берет. Четыре мотылика. Попробуем еще.
Все, ребят, уже 5 утра, я уже собрался. Спать хочу, просто трындец. В общем, ребят, кому понравился видос, кому понравилась рыбалка, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока!